Всем привет, доброе утро. Сегодня записываю приветствие из машины, так как немного проспал и уже немного опаздываю. Сегодня мы с вами отправимся на реку в черте города на поиски плотвы. Целенаправленно такой рыбалкой я никогда не занимался. Вот сегодня хочу попробовать первый раз. Я замешал с вечера прикормку на плотву, прикормку замешал летнюю, посмотрел цены вчера на зимнюю, немножко офигел. Думаю, ладно, замешаю летнюю, в принципе, все то же самое. И взял 400 грамм мотыля насадочного кормового. Вот, я хочу закормить 10-15 лунок и попробовать поискать там плотву. Не знаю, что из этого получится. Рыбалка прям экспериментальная. Специально выбрался среди недели, чтобы было поменьше народа. Вот, я надеюсь, что-нибудь сегодня поймаю. Ехать мне тут минут 10, наверное, до водоема. В общем, я сейчас доеду, засверлюсь, забурюсь. Вот, закормлюсь, как раз расцветет. И тогда уже снова включусь. Надеюсь, сегодняшняя рыбалка принесет результат. Я поехал, вы не переключайтесь. Итак, друзья, сейчас закормлю 10 лунок. Не 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лунок, может быть, потом больше еще просверлю. Нашел, в общем, рельеф с 7 метров до 3 перепад. Возможно, это будет сегодня хороший показатель. Нашел рельеф с 7 метров до 3. Эхолот рыбу не показывал, но сейчас мы закормим. В надежде, что что-то подойдет. Даю одну кормушку сыпухи и пол кормушки мотыля с сыпухой. Даю пока что в дно. Потом пробегусь по лункам. Посмотрю, какой результат. И, возможно, еще сделаю пару лунок ближе к берегу. Мотылька. Там даю мотылька, остальное прикормка. Прикормку замешал вчера дома. Это Дунаев плотва. Ребята, чуть не вывалилось все. Друзья, кажется, я нашел рыбную лунку, потому что сейчас делал проводку и была поклевка. И эхолот показывает рыбу, движение.
на 6 метрах рыбка стояла. Причем он не показывал до тех пор, пока не начал проводить мормышку. Видно, что рыбка интересуется мормышкой, насадкой с мотыликом. Сейчас попробуем выманить ее еще разочек. Леска у меня 0,08 и маленькая мормышечка. Я провожу мормышкой и вижу, в эхолоте поднимается рыбка к мормышке. Похоже, что рыба там стоит под лункой. Это первая лунка, где отозвалась рыбка. По счету она раз, два, три, четыре. Пятая лунка на 6 метрах. Сейчас попробую опустить на стоячку. На 3 метрах. Тоже эхолот какое-то движение показывает. Сейчас посмотрим, какое. Оп, есть. Оп, ребятки, заветная рыбка на 3 метрах. Вот она. Вот она. Вот она, ребята. То, зачем мы приехали. Это очень хорошо. Сейчас посмотрим, сколько всего их тут будет. Оп, есть еще одна. А нет, это окушок. Друзья, смотрите, какого я батона поймал. Смотрите, огроменный. Короче, сейчас я, наверное, пойду возьму палатку. Поставлю и буду ловить здесь. Сейчас попробую еще пару проводок сделать. А там посмотрим. Пойду, наверное, за палаткой. Так, ребята, я закормился. Поставил поплавочки. И сейчас 2 луночки будут у меня для мормышки. Попробуем сейчас еще что-нибудь достать. Друзья, не поверите. Смотрите, какой колодец разрыли. Упал, короче, у меня пульт от камеры в лунку.
Это было нечто. Благо, что есть камера подводная. Мы ей нашли пульт, потом бурили, пытались достать. В итоге кое-как зацепив балансир, сейчас я вам покажу. Снасть. Сейчас, одну секунду. За вот такую подгруженную снасть чудом вытащили балансир. Ой, балансир, пульт. В общем, рыбалка сегодня, конечно, жесть. Поймали. Жека приехал, я вам не говорил, наверное. Поймал сегодня вот две плотвы окуня и пульт свой. Надеюсь, он работает. Не знаю, что будет дальше. Поймаем мы что-нибудь или нет. Но в любом случае, сегодня хороший день. Блин, так интересно наблюдать. Вот в камеру я вам сейчас покажу кадры, если еще не идут. Как Жека пытается спровоцировать окуня на поклевку. Я даже ловить перестал. Да ему пофиг, мне кажется, окуню этому. По башке ему хоть настучи. Ну вот, стучу. Не, пофиг. Вот, второй подошел. Это уже хорошо. Так, я попробую сейчас. Два окуня, это уже ОПГ. Наверх попробую. Нет, наверх. Они как-то... Сейчас я свою попробую предложить. Все, друзья, рыбалка. Конец. Капут. Все. Собираемся домой. Ни хрена не поймали, но зато потестили камеру. Ну как не поймали? Плотву и окуня вы видели. Рыба есть. Рыба есть. Да, еще приедем сюда. Пока.